Називається електронний конструктор. Вау! Вау! І тут можна робити всякі електронні штуки. Тільки по деякі не будемо включати, так? Будем. Воно без батареек не работает. Вот смотри, сейчас сделаем. А ну дай эту книжечку. Вот эту? Да. Схему. Тут в книжечке все схемы, как что собирать. Так. Вот это у нас элемент питания. Видишь, тут батарейки. Их у нас две штуки. О, что? Мы еще до той штуки потом дойдем. Вот. Вот это вот ключик, видишь? Да. Как кнопочка такая. Пик-пик. Вот посмотришь. Давай крепим ее сюда. Попробуй, как она крепится. Вот сюда. Нет, нажимай вот сюда и сюда. Теперь элемент питания. И еще нашел зеленый такой. Вот, а вот это моторчик, смотри. Чик. Вот я нашел, который заводится. Это кнопочка. Тут кнопочка вот так вот, а там кнопочка раз нажал, и она уже в таком положении находится. Вот, а вот это вот соединительные проводники, видишь, такие синенькие. А я смотрю, что нашел. А что это такое? Это, знаешь, такое как, ну, как вентилятор. Нет, вот вентилятор. Это громкоговоритель, динамик. А как ему стал громко? Ну, сейчас мы дойдем, мы посмотрим вот эту штукенцию. Все, вот это собрали схему, видишь, она такая кружочком идет, да, замкнутая. Вот и ставим пропеллер. Теперь нажимай на вот эту кнопочку. Нет, только вот так вот. Нажимай. Отпускай. Я его поймал. Круто? Круто. Можно мне еще? Ты сильно не дави, он вот так вот просто ложится. Не, хорошо, чтобы он раскрутился. И отпускай. Не дави, не дави. Легонечко положил и все. По голову не подставляй, а то нос тебе. Опа, я его поймал. Вот, а вот смотри, если двигатель в другую сторону будет крутить. Если полярность ему поменять, то пропеллер не полетит, а будет дуть как вентилятор. Видишь? Да. Попробуй так голову подставь, и волосы у тебя подлетят. Мама тоже хочет? Не страшно. Ну давай, тут мама. Тут нажимать. Подожди, подожди. Можно нажать, да? Да. Это как вентилятор. Да? Классно. Так. Теперь давай соберем. Тут видишь, есть с лампочками, чтобы лампочки светились. Прям лампочка настоящая. Давай сейчас попробуем. Только сейчас схему. Не будем ее включать, а то знаешь, Сеня проснется. Можно мне вот, которая 4, на 4? Можно. Вот это на 4.
два. Блок питання. Схемка. На три. А, здесь на три. Еще на. На пять. О, правильно, на пять. Чик. На два. Так, вот питание у нас идет. А где? Где кнопочка была? А я кнопочка. Так, замыкаем кнопочку. Потом, подожди, не включай. Вот сюда. Оф. Светодиод. Смотри, вот тут такие кусочки, как пуговички. Угу. Нет, дай мне на два еще. Чик. Все, смотри. Та-дам. Включай. Вот. Вместо этой штучки можно еще... Смотри. Давай мы поменяем. Можно даже вот эту. Смотри, тут есть вот такая штукенция, это как сенсорная панель. Ну, работает. Видишь, нет, только, ну вот это кричать. Вот. Это должно от магнитика. Вот магнитик. Видишь, магнитик сюда приставляешь. Ну, на трубочку не жми, не жми. Она стеклянная, может лопнуть. Не жми, говорю. Прикольно? А давай подцепим такой. Давай. Вот. Так? Не. Вот, да. Можно вместо этого еще лампочку поставить. Вот такую можно лампочку да. Поставить. Давай. Чик, чик. Чик, чик. Какой ты хочешь включать? Такой? Вот такой. Вау, как светится. Можно этого поставить вместо. Не-не-не. Можно этого поставить вентилятор. Ну, в принципе, можно. Не, давай сначала двигатель прикрепим, потом сверху положим вентилятор. Давай. Все. Ага. Музычка играет. На вентилятор просто надо два вот таких. Он не тянет моторчик. Надо поставить другой. Другой. Вот это часть. Ага, это у нас был поющий электромотор. Ага. А ты убрал уже, да? Да.
Схема называется поющий электромотор. О, смотри, даже подкручивает. Слабенько.